опаснейшее место на Земле, в которое углубляются самые отчаянные люди планеты. Место, которое скрывает в себе множество тайн и опасностей на каждом шагу. Первый день моего пути едва не стал последним в моей жизни. Я был обезоружен и загнан в тупик, не понимая, что мне делать дальше. Зона. Опаснейшее место на Земле, в которое углубляются самые отчаянные люди планеты. Место, которое скрывает в себе множество тайн и опасностей на каждом шагу. Первый день моего пути едва не стал последним в моей жизни. Я был обезоружен и загнан в тупик, не понимая, что мне делать дальше. Я должен был бороться. Бороться до конца. Я не только за себя. Выжить было невозможно. Мне повезло, что неизвестный сталкер оказался поблизости.
Это Евгений Евгеньевич, лечащий врач вашего сына. Фёдор, послушайте меня очень и очень внимательно. Все, что вы слышали ранее, уже никак не действительно. Лейкемия, которую мы диагностировали несколько месяцев назад у вашего сына, приняла более тяжелую форму. Традиционные методы облегчения состояния никак не помогают. Нужна операция. У нас есть все. Донор, оборудование, место. Осталось дело за вами. Нужны деньги. Большие деньги. 1,5 миллиона рублей. Я понимаю, что это большая и очень неподъемная сумма для вас. Но постарайтесь собрать эту сумму как можно быстрее. Ибо жизнь вашего сына может вот-вот окончиться. Енот, я хотел сказать... О, ты как? Живой? Старый, тащи компресс! Чш, ты молчи, тебе нужен сон. Поговорим позже. Очнулся, наконец-то. Мое имя Ворон. Один из моих людей спас тебе жизнь. Судя по всему, ты новичок. Да, не стоило тебе соваться в зону без снаряги. Ну, сходи, проветрись. Погуляй, не знаю. Познакомься с ребятами, ну а после уже заглядывай. Для тебя есть задание. Здорово, Пётр. Хватай гитару и подтягивайся к нам. Меня зовут Енот, а это Старый. Енот, я хотел сказать спасибо за... Не благодари. Любой на моем месте поступил бы так же. Слушай, а сыграй-ка от себя что. Круто. Спасибо, но мне пора. Бывайте. Старый, продолжай. Расстались по проводам. Старый птиц, что нужно нам? Ты этого дождись, не пропадем, не будь.
Я смотрю, вы время хорошо провели. Ну что ж, ближе к делу. Бери болты на столе, без них, к сожалению, никуда. Отправляйся на синий свет. Понял? Синий. Там будет артефакт огнива. Найди его. Собственно, удачи тебе и будь осторожен.